Ну вот, ребята, за электрик счет пришел. Вот хоть на улице сейчас дождь. Пришел оплатить. Вот. Сколько? Вот сами посмотрите. 108 лир 88 копеек. Вот, за электрику счет. Вот он. Я тут не знаю, за что, но... Вот такой вот счет. Вот. Может, кто-то разбирается. Я, честно говоря, в их это не лезу. Сколько там киловатт стоит, что стоит. Вот 108 лир за электрику. Ну вот, за газ я вам показывал. За воду тоже будет, покажу. Вот так вот. Я еще раз говорю, что оплачивать лучше всего вот на почте. На почте вот 108 лир, вот так, 108 и возьмут. Если вы пойдете какие-то другие, это у вас за комиссию возьмут. 3-5 лир, а то и больше сверху. А 3-5 лир, это, извините, 2 килограмма помидор. Вот, всех вам благ. Сегодня дождь на улице, вот такой вот.